на каждого, мне кажется, можно будет найти то, что ему нужно. То есть каждому клиенту что-то свое. Это стоит посмотреть хотя бы раз. Такого, как сейчас, мы еще не видели нигде. Да, и в этом, конечно, есть прелесть, что-то нестандартное. Не такое, как везде. Да. Показать еще и своим, опять же, друзьям, товарищам, клиентам и так далее, и так далее. Потому что мне кажется, вот чем прелестна Италия, то, что она очень разная. Thank you.
Thank you.